нас завітала наша подруга. Микита вже трішки сказав про привід, тому що в нас є безліч горіхів, вони різні, вони смачні. Ми зробили такий невеличкий подарунок нашій подрузі на день народження. Світланко, привіт тобі. А виявилося, що вона тепер горішки не їсти, друзі. І у нас залишилося 3,5 кілограми горіхів, і ми просто не знаємо, що з ними робити. Але наша сьогоднішня гостя точно знає, що можна робити з арахісом. Оля, доброго ранку. Здравствуйте, Нікіта. Здравствуйте, Настенька. Очень приятно сьогодні присутствовать на утреннім каналі. І сьогодні поговорим о арахисе. Мы с вами говорим о том, что это орех, арахис, но на самом деле арахис относится к бобовым. Какие еще таємниці вы сегодня нам раскроете? Тобто це більше фасолька. Да, это фасоль. Растет арахис, если вы знаете, в земле. То есть это земляной орех. Растет он клубнями. И арахис, само название арахис, идет от греческого «паук». То есть название произошло от паутинчатой сеточки, которая расположена на оболочке арахиса. То есть арахис – это знаете, греческий паук. Прикол, так, зараз за кадром наша адміністраторка Наталія їсить ці горішки, така спочатку трохи подивилася, що вони у землі так проростають, потім це паук. Як то? Вот такие тайны. Арахис, конечно, очень вкусный орех, и он является весьма энергетическим таким продуктом. 45% состава арахиса – это белок. То есть арахис состоит из белка, жиров и углеводов. Но больше всего в арахисе именно жиров. Если вы знаете, что есть такое понятие ореховое масло, да? То есть вот именно арахисовое масло, да, оно составляет больший процент состава арахиса. Более 45% в зависимости от сорта арахиса. Естественно, арахис является очень питательным продуктом, поэтому его рекомендуется употреблять людям, которые со слабым здоровьем, кому есть необходимость подпитать себя энергетически, спортсменам очень хорошо употреблять. В стрессовых ситуациях рекомендуют есть арахис. Например, студенты там, чи школярі, у яких зараз экзамены, и можно есть арахис. Это как источник белка, да, белок, он участвует в метаболизме, и естественно, он способствует насыщению организма. Ну и, соответственно, что же жировая составляющая. Арахис очень богат витаминами, это тоже очень важно. В нем содержится большое количество витамина В, который тоже очень хорошо способствует оздоровлению нашего организма. Ну и, соответственно, конечно, в арахисе еще очень много присутствует минералов. Цинк, селен, фосфор. То есть это очень полезный и питательный продукт. Но в нем есть несколько таких парочка особенностей. Во-первых, ну, мы уже сказали о том, что арахис является довольно-таки жирным продуктом, поэтому людям, страдающим от ожирения, есть необходимость употреблять этот продукт с осторожностью. Наша Оленка Файзуллина вот так вот робит. Ну, например, нам с Кировом было сказано есть их до 50 граммов на день. Ну, в принципі, я вам хочу сказати, що цього досить. 50 грамів, ну, це така величенька жменька, і, ну, мені вистачає, я 50 грамів з'їм, і, ну, все. Достаточно, дякую. Достаточно. И еще есть такая особенность у арахиса. Арахис имеет связывающие свойства. То есть людям, которые страдают варикозным расширением вен, лучше арахис вообще не употреблять, потому что арахис связывает кровь. Это, с одной стороны, и хорошо. Хорошо это тем, что свертываемость крови лучше. Вот людям, которые страдают именно кровотечениями, арахис даже положено кушать. Но людям, у которых густая кровь, арахис не стоит кушать, потому что именно арахис является загустителем крови. Ну, это вот такие вот особенности. И сегодня мы поговорим о том, что, в принципе, в общем-то, арахис является пищевым продуктом, который можно использовать в разных вариантах. Его можно использовать как и целеньким.
Здесь уже у нас сегодня пожаренный арахис, поэтому мы, исходя из полуготовности, дальше продолжим. Что мы сегодня будем работать? Сегодня мы будем делать очень совершенно простой продукт. Мы сегодня сделаем соленый арахис. Я как в кам'яному віці, чоловік відповідає за вогнище. Зараз я буду намагатися настроїти цю чудо-машинку. Ви поки що розповідаєте. Ми поки що почеклуємо, щоб в тебе все було гаразд. А все в мене буде гаразд. Все вже гаразд. А що ми будемо саме сьогодні вбивати? Є необхідність поставити сковородку на печку і немножечко її розогріти. Арахіс можна употребляти як цілий, можна употребляти як дроблений. Ви знаєте, що арахіс використовується і в кулінарній практиці. Арахіс використовується для приготовлення м'ясних блюд. Із арахіса роблять арахісову пасту. Особенность приготовления арахисовой пасты такова, что, ну, во-первых, арахисовую пасту есть необходимо сделать из жареного арахиса, во-вторых, приготовление арахисовой пасты довольно-таки трудоемкий процесс, и в домашних условиях, а тем более в ограниченных условиях студии, изготовить арахисовую пасту довольно-таки проблематично. Во-первых, потому что арахис является очень вязким продуктом, арахисовое масло довольно-таки плотное, и если пользоваться обычными бытовыми приборами, например, там, кофемолкой или самой обычной электрической мясорубкой, то арахисовое масло просто забивает шестерни, и бытовая техника портится. Может зіпсувати вам всю технику, такий смачний продукт. Да, поэтому не рекомендуется в домашних условиях обычной бытовой техникой изготавливать арахисовую пасту. То есть нужны очень потужные техника. Да. Оля, что это у нас сегодня за спеть? Мы нагрели уже нашу сковородочку. Да. У нас сегодня будут использоваться две специи. Это соль со специями и с травами, которую я держу у себя на кухне на столе. Это соль, которой можно досаливать любые блюда в стиле а-ля адыгейская соль. То есть здесь к соли добавлены травы, чесночок, все это вместе перемешано. Да. Мы высыпаем наш арахис. И арахис, когда мы жарим и хотим сделать его вкусным, есть необходимость на сковородочку высыпать в один слой. И перемешивать. То есть арахис требует... Да. Мы его сейчас нагреем, то есть у нас арахис уже готовый жареный, жарить его дополнительно не нужно, мы его нагреем. И пока мы будем нагревать и перемешивать, мы приготовим специальную смесь специй для того, чтобы сделать вкусный соленый арахис. У нас есть вот такая вот соль со специями, и у нас есть специальная такая специя для морковки по-корейски. Тоже она очень-очень ароматная. Очень-очень ароматная. Это просто неимоверный запах. Да. Мне дуже подобається. Я взяла отдельно, потому что я не знаю, насколько вы любите острое. Любите остренькое, да? Значит, мы на такое количество арахиса берется где-то чайная ложка соли и чайная ложка специй острых. Або пів ложечки таких столовых, какие есть у нас. Ну да, у нас столовая ложечка, поэтому мы берем столовую. Водички не очень много, потому что арахиса у нас где-то... Да, не очень много, просто для того, чтобы смочить. 150 у нас пробуется. Максимум вот так вот, да. Просто вот смочить, чтобы нам наш арахис был смоченный. Потому что если мы просто засыпем специи на сам арахис, они обсыпятся. Да, поэтому нужна водичка для того, чтобы... Вот нам главное проследить, чтобы арахис начал выделять масло. Когда он станет маслянистым, вот таким вот, немножечко блестящим, очень хорошо пахнет уже. Мне кажется, он уже начинает. Сковородочка уже такая у нас. У вас хорош. Быстренько, да, быстренько все это нагреваем. Мешаем. Арахис, так же, как и семечки, требует постоянного помешивания. И мы вот так вот обливаем наши... І мішаємо. Ой, який аромат. Просто
Мешаем, тщательно мешаем. То есть есть необходимость, чтобы то, что если оно пристанет в сковородке, это не страшно. Ведьмы ему. Это отмоется, да. Да? Самый главный момент, чтобы вот все это на сковородочке хорошо, чтобы оно хорошенечко высохло. То есть... Ви попробувалася. Да. Це к вам торопяться гості. Це Басик, да. Вже дуже-дуже спішиться вже з'їсти. Він вже чатує. Бася таки не їсть, це мені. Бася їсть. Я уверена, що це буде, звісно, остренький продукт, тому коти просто не їдять такі остренькі продукти. Це таке, вот знаєте, ще... підфутбольчик. Да. Ну, закусочка. Остренькая, пряненькая закусочка, солененькая. В принципе, специи можно будь-які, да? Можно, да. Арахис можно как сделать соленый, точно так же можно сделать и сладкий. То есть вы вот так вот водичкой можете развести сахар, добавить туда, ну, чего хотите, ванилин, чтобы вот добавить аромата. И вот именно таким вот образом тоже... Но сахара нужно на вот такую вот порцию где-то стакан. Угу. Есть, богатынечко. Да, сахара много. Тогда получается, когда вот так вот все это чуть можно тише сделать, чтобы оно у нас не горело, да. Просто чтобы подсыхало. И получается, когда вы добавляете сахар и вот так вот на сковородке высушиваете, сахар карамелизуется и происходит... арахис в карамелі. Так, у нас для наших телеглядачів у нас індукційна піч. Друзі, у вас, я так розумію, у всіх звичайні так газові, тому вогнище має бути не досить велике, навпаки маленьке, щоб арахис, Оля правильно сказала, так підсихав трохи. Щоб він підсихав, тому що іначе, ну, згоріть. Які аромати. До речі, друзі, да. Щодо ви б, якщо відчували. Що, ну, мені здалося, що тут ми все задиміли, ні. Аромат просто крутизний. До речі, до спеції. А секрет розкрити, що там за трави? Бо мені на аромат, мені здалося, ну я не знаю, може то дивно, але мені так, трохи... Так, я думаю, що ми будемо вже висипати. Серйозно? Куркою. Куркою? Ну, чомусь мені так здалося. У мене асоціація – це курочка. Ми висипаємо. Виключаємо. Да, виключаємо піч. Ти правий, у нас сьогодні не просто арахіс, а арахіс зі смаком курки. Ні, серйозно, а що там за трави? Итальянские травы, базилик, орегано, майоран, шалфей, тимьян, чабрец, чеснок и, Толя, конечно, немножко перчика. Ну, це просто вау. І теперь, мені здається, буде круто. Якщо... І тепер вот этот арахіс є необхідність остудити. Тобто він має остити в цьому вот состоянии. І ми зараз з Микитою дуємо дуже активно на нього. Так... Можно вот так чуть его перемешивать, и он должен именно в тарелочке остыть. Потому что мне уже крутить спробовать. Воно так... Не-не-не, оно очень горячее. Воно так пахнет, вы просто не уявляете. Оно тут очень такой горячее. Аромат, это просто вау. Потому что арахис изнутри очень сильно нагревается. Он, ему есть необходимость дать время на остывание. И если вы сейчас сразу его начнете кушать, вы просто обожжете себе язык, небо, это не стоит. Это того не стоит. А це може повести за собою дуже великі проблеми, друзі, аж до ту-ту-ту ракового горлової порожнини. Серйозно. Ого. Тому будьте, будь ласка, обережні з гречкою. Я тільки хотіла пожартувати, що наступний гостєвий блок я така виходжу. Ні, Настенька, не дай Боже. Тож, друзі, ну, на жаль, я розумію, ми спробувати поки що не можемо. Ми це спробуємо трохи пізніше, буквально там, ну, через 10 хвилиночок і на наступному гостєвому блоці ми вже розповімо вам, які вони на вкус, хоча... Яким вони можуть на вкус, як не смачнючі. Пані Оля, красно дякуємо, що сьогодні долучилися до нашого ефіру та розповіли про такий рецепт, як із звичайних смажених горішки, з звичайно смаженого арахісу можна зробити смачнючий. Ще раз нагадую, з нами в студії була Оля Пересьокова.